Ладя, Влад, какую мы ему, нужно дать игрушку, чтобы он за нее тоже цеплялся? Как ты думаешь, Люська, какой игрушкой? Ему нужно волосатую или вот ту большую обезьяну, но он очень маленький. Вот мне кажется, вот эту вот и обнять под этот самый засунем. Посмотрим. Мне кажется, вот, помнишь, у нас была у Люськи большая, мягкая, так, типа такой. Не помню. Уже. Люсечка, Люся. Чего мой маленький? Степка. Скажи, что значит Степка? Скажи, женщина, вы кто? Несите еду. Видите, я уже начинаю что-то. Да. Сейчас пошла делать. А Люська всячески привлекает внимание, да? Скажи, папа, подойди. Скажи, что ты там, какого ты там, скажи, Степка, что такое-то? В этом мире происходит еще, скажи, игрушки мои сдаете, да? Нет, нет, давай так, через мы его покормим. Покупали, покормим, он теперь будет пахнуть так же, как и ты. Иди понюхай, иди. Иди понюхай. Вот, ой, 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 ой. Вот что значит, Люська выросла с котятами, со всеми, да? Ты помнишь, как тогда хейтер, вот, зачем вы даете котят? Люська не обидела никого. Мухи не обидела. Да. Так, скажи, покажите. Вы говорите, это мой братик? Скажи, дайте я посмотрю. Такой ли он красивый, как я? Да? Люся? И мне кажется, очаровательный шнобель. Язык. Скажи, ну, я, ладно, братик, игрушку зачем? Скажи, подарили, это же мне на сватовство. Да. Ну, нормально она, ты видишь, она уже привыкает. Так, пошла я готовить кушать. Это, конечно, надо ждать. Степа. Он поразливал, в смысле уже. Степа, живи. Живи, Степа. Степка, живи. Не надо ему дуть. Теплым дуй. Дыши на него. Не дыши. Дыши. Ой, как он смотрит. Скажи, подожди, подожди. Нет, мне надо попробовать. Путя. Такой маленький, такой красивый. Нормально. Степка? Степка? А, тут еще не так все просто. Ну-ка. Давай. Степа. Молоко. Давай. Котю! Ты так, подожди, тебе неудобно. Вот так, давай. Ню. Вкусняха! Степка! Держи голову. Это ж молоко. Это ж не как у мамки. Ну? Степка, живи. Да. Ты знаешь, какие у нас зрители на каналах добрые, хорошие? Ты знаешь, как они тебя полюбят? И мапа у нас хороший. И пама. И пама, да, ничего. Ну. А бровки какие, да? Такие. Да. Прямо. Смотри, уже все. Ну, пьем, а это самое главное. Пьем, скажи. Очень главное. Потом главное у нас в туалет сходить. Ну, Степка, живи. Ты так наклоняй бутылочку, чтобы воздух не попадал. Ну. Кушай, кушай. Надо хотя бы
грамм 20 съесть. А что это у него, как шапки? Или это кожа так? А, это кожа так. Давай, 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 полезное. Это такое самое полезное молоко. Роял-канин, да. Давай. Не квакаем, не крякаем. Давай, его надо держать голову. Не бойся, он не поломается. Давай. Наша задача накормить. Давай, Степка. Давай, 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 давай. Вот так, я помогу мамочку. Давай, вот так. Ему что-то не получается, у него сил нет. Да силы у него есть. Не, я нет. Чувствую, что у него он сильный. Челюстями. Я увидела, что он как бы тыкает, да, а вот так. Сейчас, подожди, давай замотаем его. Степка, живи. А жизнь — это еда. Совсем очень мало поел. Так.